Национальное телевидение Чувашии готовится к новому сезону. Совсем скоро зрителей ждет смелый театрально-телевизионный проект «Жемчужина». Это реалити-шоу. Мы покажем, как камерный театр готовит новую постановку мюзикла «Столица Чувашии. Жемчужина». О том, как прошел кастинг в проект и постановку, в репортаже Марии Шоклевой. Я бы взамен все отдала, если б туда попасть я могла. Только войти было б дано мне в этот мир. Педагоги, спортсмены, врачи, студенты, ученики старших классов. Всех их объединяет огромная любовь к театру и мечта стать актером. Учиться никогда не поздно, и расти, и творить. Раньше я тоже ходила в театральную студию, и вот я сегодня, когда читала Есенина «Черный человек», я просто все свои эмоции выплеснула, и жюри, ну, по достоинству оценили, они просто рты открыли, и смотрят, говорят, это просто восхитительно. В декабре в той стране снег до дьявола чист, и метели заводят веселые прялки. Был человек тот авантюрист, но самой высокой и лучшей марки. Артист мюзикла должен уметь отлично петь, танцевать и, конечно, играть. Поэтому жюри приготовило для участников кастинга непростые задания. Расскажи историю в движении, как ты пришел на этот кастинг. Сколько лет я люблю я лет, столько я люблю белый свет. Надеваю я по руке, а я тебе в секрет. Я ставлю все памяти и на песке, в твоем сердце и душе. Ты найдешь один ответ, оставлю шум и свет. Шансом стать актером воспользовались 23 человека. Режиссеры мюзикла уже нашли среди участников героев будущего спектакля. Эти люди идеально вписались в образы, созданные сценаристами. Я всегда обращаю внимание на харизму. Мне интересно, как человек смотрится на сцене, и хочу ли я на него там смотреть. Да, и сегодня были очень очевидные варианты, когда выучил текст, пришел, рассказал, но там даже при наличии актерского мастерства, возможно, какого-то минимального, не хватает харизмы, и мне не хочется смотреть на человека, я не верю, да, как говорил Станиславский. А были люди, на которых вот я готова смотреть часами, да, например, Варвара Горбатина, на которую, ну, мне хочется смотреть. То есть, и как она на гитаре играет, и как она танцует. Я открытая, я настоящая, я, может быть, сумасшедшая и артистичная. И мы идем ставить кофе под Элвиса Пресли. Кофе сбежал под пропеллер. У меня есть чувство ритма, чувство такта, но высокие ноты не про меня. А вот на гитаре как раз можно такую душевную взять песенку, где поменьше букв «Ре». Впереди у победителей кастинга 3 месяца напряженной работы и учебы. Национальное телевидение Чувашии расскажет о репетициях мюзикла, покажет процесс изготовления декораций, костюмов и, конечно, премьеру. Первая серия проекта выйдет в ноябре. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Андрей Спиридонов, Сергей Адушкин, Республика.